Всем привет! Это полезная программа. А значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Егор, а ты знаешь, что по статистике в чудеса верят не только дети, но и многие взрослые? И правильно делают, ведь мечты и желания сбываются. Стоит только оказаться в нужном месте в нужный час. И именно об этом прямо сейчас. Смотри-ка, цыганка. Может попросить погадать? Не переживайте, денег не возьму. Подходите. Ой, вижу, год у вас был сложный, уставали вы сильно и часто возникали мысли о переезде. У меня что, на лбу все написано? Помощников у вас в жизни мало. Заведете помощников, и счастливой станете, и время на себя, и на друзей найдете. Да где же этих помощников-то возьму? Рядом они. Оглянитесь вокруг, сами все поймете. Все рядом. Спасибо. Счастливой будете? Рядом они. Оглянитесь вокруг, сами все поймете. Все рядом. Все рядом. Все рядом. Вас интересует мотоблок? Многофункциональная машина. Может снег убирать, можно дорожки чистить лопатой, можно тележку подцепить и перевозить грузы до 500 килограммов. Если вам нужно что-то полегче, то можем предложить целый ряд отличных машин. Идемте. Вот это легкий мотоблок, новинка французского производства. Очень классная машина. 60 килограммов вес, две скорости. Вот эта вот машина обладает двумя выходами вала у двигателя, очень надежный культиватор. 600-800 миллиметров обработка земли. Ну и последняя новинка – это забытый культиватор Крот. Современный дизайн, современные ручки, очень легкий в управлении. Вот смотрите, одной ручкой можно. Вот видите, очень легко. Попробуйте сами. Да тут даже зимой тепло. Вот предлагаем еще вот теплицу собственного производства. Очень прочная, надежная. Все говорят 60, а мы, смотрите, вот видите, 80 килограммов веса без проблем, даже не прогибается. Вот это теплица нашего производства. Так что смотрите, длина у нее до бесконечности. Так вот вы какие современные помощники по хозяйству. Нужно почаще заходить в такие полезные магазины. Акция от магазина «Яртехника». Купи на 5000 рублей, выиграй 30. Главный приз – 30 тысяч рублей. Также разыгрывается еще 7 денежных призов. Подробности в магазинах «Яртехника» в Сосновоборске и в Красноярске. Телефон 205-09-20. Снять очки и видеть мир во всех красках – мечта многих людей. Причем осуществить это несложно. На помощь придут микрохирурги. Кстати, процедура лазерной коррекции зрения абсолютно безопасна и безболезненна. Куда обращаться, расскажем прямо сейчас. Навсегда забудь об очках и контактных линзах. Такой была мечта 20-летней Саюхат, студентки медицинского университета. Зрение, рассказывает девушка, начало падать еще в школе, а как только поступила в вуз, пришлось надеть очки, так называемые костыли для глаз. Я ношу линзы, очки и хочу без всего этого хорошо видеть, 100%. Нет, ничего невозможно. Вернуть хорошее зрение теперь врачи могут за считанные минуты. Именно столько длится операция лазерной коррекции под названием «ЛАСИК». Технология безболезненна, высокоэффективна, прогнозируема и безопасна, говорят врачи. Применяется более 20 лет в мире. Буквально на следующий день после операции у пациента нормальное зрение и возможность жить обычной жизнью, без каких-либо серьезных ограничений. Это альтернатива очкам, либо контактным линзам. Человек сам решает, какую коррекцию использовать. Есть очковая коррекция, контактная коррекция и лазерная коррекция. Смысл операции – это повышение качества жизни. Опять же, свое качество жизни может оценить только сам человек. Если ему мешают очки и линзы, пожалуйста, приходите к нам и сделаем лазерную коррекцию. С помощью лазерной коррекции зрения врачи исправляют такие аномалии, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Всего одна операция позволяет обрести хорошее зрение и отказаться от очков и контактных линз. Зрение у меня как бы падало со школы. Сначала было 100%, потом начало падать, и все. И потом бац, и прихожу, это в глазной центр, мне говорят, у вас -3. Носила линзы, очки,
И вот у меня есть список моих, ну, мечт, и там написано: хочу все видеть без линз и очков. И все, эта мечта сбылась. Это классно. Сайхат и еще тысячи людей в нашем крае уже сделали лазерную коррекцию зрения. Теперь им не нужны очки и контактные линзы. Видеть все краски мира своими глазами – это реально. В Красноярске стартовала акция. Сделать операцию по восстановлению зрения сейчас можно по супер низкой цене. Лазерная коррекция зрения стоит 15 тысяч рублей на один глаз. Торопитесь, всего 100 человек смогут восстановить зрение по символической цене. Глазной центр лазерной коррекции зрения Никитина 1В. Телефон 287-77-33. Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. Еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!